Не оборонкой единой. Во Львове задержали директора одного из военных предприятий, который организовал несколько борделей в городе и даже планировал открыть БДСМ-салон. Все подробности знает Галина Якушко. Директор оборонного госпредприятия «Львовский завод «Лорд»» организовал целую сеть борделей. Такое заявление сделали правоохранители. Олега Погребняка и 7 его подельников задержали накануне ночью. Оголошено підозру як організатор, тобто приміщення, реклама, фінансова діяльність, тобто як забезпечення сутенерства, тобто як організатор. Публичные дома действовали в двух районах города. Сексуальные услуги предоставляли около полусотни девушек. Час их работы оценивали в 2000 гривен. Кроме того, по словам правоохранителей, Погребняк готовился еще и к открытию нового салона БДСМ-услуг. Он иногда для своих друзей заказывал на выезд девушек. Иногда я видела, как перед ним отчитывались сотрудники заведения. Местные активисты сообщают, гостями борделей были зарубежные туристы и богатые чиновники. Для мужчин из восточных стран даже организовывали секс-туры. В основном турки. И, ну, скажем, как нам рассказывали девчата, их послугами користувалися VIP-клиенты украинцы. Это там чиновники, великие бизнесмены и так дальше. Ну, то есть, я думаю, тем, кому дуже, знаете, кому... Прості забавы уже их не тревожат. Пообщаться с родными Погребняка нам не удалось. Они избегают журналистов. Адвокат от комментариев тоже отказался. Написал только смс-сообщение, в котором назвал дело заказным. Но о том, кто заказал его подзащитного, ни слова. Буквально вечером Погребняк внес залог в 128 тысяч гривен и вышел из СИЗО. За сутенерство ему грозит до 10 лет тюрьмы. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер, Львов.